Более 37 тысяч мест для проживания студентов и педагогов создадут в России в 2023 году. Для этого в 9 городах построят университетские кампусы мирового уровня общей стоимостью около 230 миллиардов рублей, говорится в телеграм-канале руководителя Департамента информации и аналитики Елены Рыжковой. Из 39 поданных заявок были отобраны 9. Строительство кампусов в 2023 году начнется в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на федеральной территории Сириус. В Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировано порядка 100 почтовых отделений, говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Из них 28 расположены в Самаре, 23 в Тольятти, 8 в Сызрани, 7 в Новокуйбышевске и 4 в Чапаевске. Почтовые отделения для клиентов СОВЗ также работают в Кинельском, Нефтегорском, Безенчукском, Сергиевском и других муниципальных районах региона. Узнать такие отделения можно по информационным вывескам со шрифтом Брайля на фасадах и почтовых ящиках для корреспонденции. В музее Алабино откроется выставка «Ярмарка Базарт», сообщает в телеграм-канале промышленного района. Организаторы обещают погружение в удивительный мир авторского искусства мастеров нашего региона. Здесь можно будет приобрести елочные игрушки, сувениры, украшения, предметы интерьера и еще много других уникальных изделий ручной работы. Гостей и участников выставки ждет культурная и развлекательная программа, мастер-классы, лектории, розыгрыш призов, а также шоу «Вязаное Рождество». Выставка будет работать 16 декабря с 10 до 20 часов, 17 и 18 декабря с 10 до 18 часов. Вход свободный. В День Конституции России юные граждане Кировского района, которым исполнилось 14 лет, получили главный документ – паспорт, информируют в телеграм-канале Кировского района. Школьников поздравили педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург» и солистка образцового детского эстрадного ансамбля «Смайл». В торжественной обстановке главный документ юным жителям вручили заместитель главы Кировского района и заместитель начальника отдела по вопросам миграции. Они пожелали школьникам соблюдать основной закон Российской Федерации – жить достойно и любить свою родину.